еще одно выдающееся качество Марины – это ее влюбленность в историю, постоянное стремление узнать что-то новое, постоянное стремление найти в Крыму какой-то потаенный уголок, который до нее еще никто не видел, и раскопать какие-то факты, которые до нее еще никто никогда не знал. И поэтому следующее произведение погружает нас тоже в историю, правда, в историю музыки, ретро. Это песня «Старый рояль».